Очередной случай стрельбы в США. На этот раз в университете Пердью в американском штате Индиана. В результате вооруженного нападения погиб один человек, сообщается Associated Press. Инцидент произошел в аудитории одного из корпусов учебного заведения. По сообщению полиции, после того, как мужчина намеренно выстрелил в человека, он сдался стражам порядка добровольно. По словам представителя правоохранительных органов Джона Кокса, личность погибшего мужчины и вооруженного человека устанавливаются. Мотивы действий стрелявшего пока неизвестны. Работа в университете продолжается.